Всем привет, друзья! Мы на International, по-прежнему студия RUHUB, Инеска и Дерек Динай. И мы хотим вам показать конкурс косплея. Каждый год на International проходит конкурс косплея. В прошлом году тоже был, правда? И с точно таким же призовым фондом. 15 тысяч долларов. Да, 3500 за первое место, 2500 за второе и 1500 за третье. И по 500 долларов тем 15 счастливчикам, которые выйдут в финал. Вот, мне сказали, что в этом году отличие от прошлого в том, что здесь у них есть зона, где они могут переодеться, пофиксить свои костюмы. Удобство наконец-то им добавили. Вот-вот, не хватало им, и тут раз и добавили. Хорошо стало сразу жить. Я вижу, ты радуешься из-за того, что есть какие-то улучшения по сравнению с прошлым годом. Мы сейчас посмотрим, есть ли улучшения в самом косплее. Все поймем. В общем, у нас есть номинация. Самый неудобный костюм. Так. Ты не знаешь, ты не читал сценарий. Огласите весь список, пожалуйста, мы вместе его придумывали. Мало того, что ты говоришь International, ты еще не читал сценарий. International, да, я прошу прощения в очередной раз. International. We have our alternative cosplay competition, cosplay contest, and you won in the nomination of the most uncomfortable costume. Do you agree? Probably. Вторая номинация – самый большой артефакт. Самый большой артефакт, а не Или то, что вы могли бы вдруг костюма. Подумать. Элемент костюма. Артефакт. Я настаиваю на артефакте. Элемент костюма неинтересно. What is that? Sword. The Sven sword from the Fear Maker by from the free-to-play set for Sven. Or for Sven it was the... What is it made of? It's made of foam. It's a foam-based sword. It's got some cloth. It's pretty heavy. It's about 25 pounds of foam and PVC pipe. Только артефакт. То, что ты держишь в руках. Все. Ограничиваем. Ты не читал сценарий меняющего на ходу? Третью я не помню. Мы придумали вместе про артефакт. Серьезно? Третий артефакт. Третья номинация – самый бюджетный костюм. Да. We've got Puck in here. Is it he or she? It could be a little bit of both. I wouldn't like to decide what Puck would choose to be. I like to think he's whatever he wants to be. And I just said he, so I ruined that. У нас, кстати, тут не то, что написано, нет, не Дракс, а здесь у нас трофеи, подарки. Сейчас мы покажем. Поскольку тематика International морская, там, у нас там есть краб и клешни. Крабы, да. И клешни. А клешни, подожди, дай мне это сейчас, ручка. Я покажу. Это очень крутая ручка. You are the winner in the nomination of the most budget cosplay. Oh, wow. Okay. How long did it take from you to construct this costume and how much money did you spend for this? 4 months, and I really don't know how much money I've got into it. Not all that much. The only real things I had to do was to dye this and just go shopping around. I did have to travel to Japan for some of it, like the shoes, but aside from that, yeah, just a lot of shopping around. We have kind of trophies, yeah? Because of the marine theme of this International, you got this beautiful crab. Awesome! Thank you guys. Поехали. Хлопочек. Я начну. Давай я начну. Давай, ты начинай. Мы решили провести свой конкурс косплея, альтернативный конкурс. Он... В трех номинациях. Мы это вырежем, мы там ржали, что не выучил кто-то уроки. Давай перезапишу, а потом скажу про подарки. Так, чтобы можно было и так склеить. Вторая номинация – это самый большой артефакт. Это Свен. Ну, согласна? Согласна, да. Это Свен, у него огромный... Полшага вперед. Я норм? Я можно скажу, что костюм отвратительный? Чувак в трениках просто пришел, как бы, в кофте в синий. А? Про него вам расскажет Инна более подробно, потому что я все расскажу чуть-чуть попозже. Здесь же сразу, мы сейчас Свена показали, продолжаем. Давай дальше. Feel the flow, вот это все, типа. Давай. А то есть ты, это все, 3-2-2 история. Ты, да. Это твой знакомый. Нет. Да, нет. В общем, это Пак, друзья, поздравим всех это наших. Это не идет у нас, понимаешь? Победителей. У Инны что-то не идет, на самом деле все отлично. В этом вот пакетике с надписью «Дракс», но там на самом деле наше шоу. Не надо говорить, что в этом вот пакетике. Блин, там ничего уже нема. Я покажу клешню. Мне надо свечку поставить. Что я сделал не так в этой жизни? Я много чего, но вроде уже отмолил. Все, серьезно, собрались. Собрались. Трофеи для победителей. Подарки со дна, я бы их назвал. Ну да, у нас же морская тематика. Окей.